До старта первого полуфинала Евровидения 2017 считанные часы. Свои номера представят первые 18 участников. И пока на главной сцене заканчивается последнее приготовление, журналисты, фаны и букмекеры обсуждают фаворитов нынешнего конкурса. На третьем месте представитель Швеции, на втором – Болгарии. А вот победу сулят итальянцу Франческо Габбана. Репетиции участников прошли накануне на главной сцене. По результатам репетиции жюри уже определились со своими оценками. К ним прибавятся баллы зрителей. И уже сегодня вечером мы узнаем первую десятку финалиста Евровидения 2017 в Киеве.